Думала, что покупала шпица. Челябинка рассказала, как стала жертвой мошенницы. Девушка торговала щенками на сайте бесплатных объявлений. Уверяла, что собачки – шпицы. Вот только когда одна из покупательниц приобрела четвероногого, и он стал взрослеть, стало понятно, что пес другой породы. Вот наш пухлячок, который должен был быть у нас шпицем померанским, либо, то есть, ну, он должен быть лисичкой. Вот, а получилось вот такое вот чудо. Конечно, мы никому его не отдадим, но нас девушка, то есть, обманула. Обманутая хозяйка постаралась выйти на связь, но продавщица уверяла, что собака верной породы и внешний вид соответствует низкой цене. Позже продавец и вовсе перестала выходить на связь. Новая владелица пообещала сделать экспертизу, чтобы доказать, что под видом шпица ей продали пса другой породы.